В Черноморском городском поселении состоялась выездная приемная главы района. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации, представители служб и ведомств муниципалитета. Жители поселения обратились к районной власти с такими проблемами, как водоэлектроснабжение, устранение порывов, ремонт дорог, благоустройство. Всем проблемным вопросам будет уделено особое внимание. Изначально во всех поселениях Северского района планировалось провести сходы граждан, но по рекомендации Роспотребнадзора встречи с населением осуществят в формате расширенного приема. Уважаемые земляки, дорогие друзья, да, есть проблемы, но они решаются. И поэтому звоните во все службы, значит, в администрацию района, лично мне, чтобы оперативно все вопросы решались. Особенно то, что касается водоснабжения и энергоснабжения. Мы все эти вопросы решим обязательно.